Приветствую вас, друзья, с вами Бабкин. Мы продолжаем катать в переиздание Dark Souls 2. Находимся мы в башне Луны. Если помните, я сюда не вернулся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, да? Хорошо, собственно, вот я вернулся. Сейчас по-другому сделаем. Да, кстати, обратите внимание, что я уже прокачал немного уровень. 83-й, ученость на 16 поднял и купил чудо. Копье молнии и сияние жизни. Также колокольчик точнул на 6. Ну охренеть. Ребята, чего вас так мало, а? Я просто не успеваю запарировать. Пытался, конечно. Нормально. Вроде человечность должны дать. Ну, фигурку. Да, есть. Так, тут и был фальшион, собственно. Ничего не поменялось. Зуб дракона. Нечто окаменевшее. И жучок. Подождите. Что тут делает зуб дракона? Просто махина. Кстати, пока вступал в ковенант звонарей, вторгся один звонарь и получил в щи. За него, кстати, дали обломок титанита, что, в принципе, очень круто. Получается, что не обязательно даже вступать в ковенант, просто заходишь в башню Луны, тебя встречают. Если ты побеждаешь, то получаешь обломок титанита, что, в принципе, хорошо. Нужно будет потом пофармить обломки. И все будет очень круто. Так, хорошо. Башню Луны я полностью осмотрел. Есть 15 тысяч, это один уровень. Thank you.
Знаете, что нужно сделать? Нужно купить колечко. Привет, Кисюля. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Тринадцать четыреста, да? Nothing suited you. Well, that's it. I'm not serious. You do have a rather pleasant type. Satisfied? I'll be around if you ever come back. Окей. Хорошо. Интересно, что у нас тут? Вроде ничего не поменялось, да? Ну тут, конечно, это опасно, потому что если он прыгнет, взорвется, то... А, они не взрываются, это обыкновенные полы. Ключ, камень Фароса, знак верности. Наверное, даже лучше... Вот так сделать. Нас сейчас будут пытаться травить, поэтому нам нужны резисты. Где-то еще одна должна быть. А, вон она.
вроде все. Еще не все. Я когда вижу, что тут написано талисман, я сразу представляю себе какой-то колокольчик, потому что после первого дарка я немного неправильно воспринимаю талисманы. Там были талисманы вместо колокольчиков, якобы. Это очень странно. Немного странно, непривычно. Хотя в первый дарк я очень давно играл. Лол, я думал, костер. Бонфайр. Смотрите, я не ожидал. Я, конечно, слышал, что тут Василиск, но я не думал, что такой большой. Ладно. Во-первых, у меня есть чудо. Воу! Не подходи ко мне. Хорошо. Так, во-первых, вот так. Больше вроде никого, да? Ладно, давайте ее убьем. Конечно, смертей тут достаточно. Призрачная стена? Ты чё, упорот, парень? Ну тут ловушка, 100%. Нет? Хорошо. Котик, прекрати. Чё-то они меня вообще тут не ждут. Смотрите, висит. О боже мой. Можно, в принципе, тут зажечь свет.
толку, конечно, мало. Тут и так светло. Как в оригинале примерно. Тут никакого подвоха не будет. Ну. Вон лучник стоит или кто? По центре. Вообще никак не агрится. Почему-то людей нет. Ладно. Нет, так нет. Куда? Вы... Нет, вы это видели, как он побежал? Полый просто на спидах каких-то. Жесть, это... Чё такое? Лол, куда он бежит? Привет! Да ты меня кумаришь. Самоцвет жизни, ничего особенного. Смотри, он еще бинокль берет. Ну, я вам скажу, прикольная имитация человека. Ой-ой-ой. Копье души. Что ты у нас сохранял? Улучшение для Эстуса. Хорошо, прах мы потом спалим, когда будем в Манжуле.
Вроде как ничего не пропустил. Воу-воу-воу-воу, я аж перепугался. У нас тут Крейтон. Хорошо. Насколько я помню, ключ вроде как... Нет, нет, не в пещере. Смотри, еще один полый убегает. Мне кажется, у этого полого что-то есть. Или он что-то знает. Ага. Роэнна, она не тут вторгалась. Ну ладно. Фигурку? Ага, ключ вот тут, да? Также что такое? Блин, таргет не наводится. Еще у нас тут была ящерица, если помните, кристальная. Интересно, он нормально спрыгнет? Воу, это было близко. Фламберг? Еще и не убил. Самое главное то, что мы ключик нашли. Можно возвращаться. Мне вот интересно, что это за... Полый бегал. Окей, шаман. Таргет на него не берется, плохо. Смотрите, он уже не один. No more than a backstabbing knife. He
to the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him, Pint. Mm-hmm. He said. Оба хороши. Хорошо. Ну, в принципе, тут темно, да, но я бы не сказал, что прям пипец как. Осколок титанита, хорошо. Чего стоим? Чего ждем? Ты смотри, согрелся. Еще кого-то можно призвать, и там, смотрите, ящерка. Но ящерка никуда не убежит, потому что там решетка. В принципе... Пойдем босса убивать. Вода шумит, вообще ничего не слышно. Санбро. Давай ты мне поможешь сначала сюда.
Отлично. Смотрите, Крейтона можно призвать. Ранее этого не было. Еще и осколок фляги. Так, а где шаман? Ты его убил? Еще один осколок. Ждем Крейтона. Смешно бегает. Привет. Как промазал? Ой-ой-ой, щит же был. Вроде больше скелетов стало, да? Ну, в принципе, босс несложный. Щит пехотинца. Так, ну, обратите внимание, что сделали тенью. И вроде как добавили воды. Но, с другой стороны, они вообще не воспользовались DirectX 11, и посмотрите, плоская текстура. Видите, на полу? Могли исправить, но не исправили. Так, нам, в принципе, сюда. Там в пещере что-то было, да? Я потом заберу. Нужно было перепрыгнуть. Топорик можно качнуть. Насколько? Не насколько. Ну, разве что второй. Смотрите, тут такой эффект странный.
Новые мобы или что? Видите, анимация хромает. Ну и вроде больше лута, да? Хорошо, разберемся. Теперь твои грудаса еще круче, да? С графоном. Ну ладно, не буду. Сейчас бинокль возьму. Ага, то есть все, да? В принципе, ничего пока покупать не будем. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison, and you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Нужно с ней до конца поговорить, чтобы она переместилась в Маджулу. И зачем ты череп держишь? I suppose it's about time I moved shop. Хорошо, ребят. Хорошо. Первым делом нужно сжечь костяной прах. И улучшить Justice. Ну, я не знаю, можно ученость докачивать на 20. Ну и, наверное, на этом мы будем заканчивать. Услышимся уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Бабкин. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал и писать ваши комменты. Всего вам хорошего, до новых встреч, покеда.